Больше да колец, богу колец. Кольца! Ай, не поймал! Кольца, 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 кольца! Нужны кольца! Нет, нет, не умирай! Кольца дай! Фак! Не, я не умею поймать. Я профукал кольца! Нет, 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 блядь! Что, блядь? Сука! Ведь немного оставалось, больше чем уверен, но там, наверное... I like comfort! I want to beat your ass in comfy way, but not in the hard way. I want to just kill Майки. You. И я помер. Блять, я проебался. Не, я не могу. Да бля, Эггман, серьезно! Вот в последнюю миллисекунду, когда я до этой штуки наконец добрался, ты решил ее скукожить? Спасибо! Finally. Для такого. Я знаю, знаю. Да, просто смотри, на бегу это смотрится прикольно такая. Бежим! Чиз! Давай! Ты сейчас. Давай! Вперед! Давай! Чиз! Ты отстаешь! Чмо мелкое! Давай! Обгоняй меня! Стрёмный ты! Так же, чё бы и нет? Ну так тарится из... Ой, какой красивый чиз. Здорово! Он ему фак показал! Серьезно! Я раньше этой анимации не замечал! Что значит нет? Пошли! Какой же этот тупой ученый? Пошли! Мне нужен, ты мне нужен, чтобы дверь открыть, я не хочу через морозилку идти. Пошли! Сюда иди! Ты не понял меня, да? Слышь? Пошли! Идем! Вот ты мудак! Вот идиот. Вот парни бы такой фигней не занимался, но парни почему-то суициднулся. Я так и не понял, кстати, за чего. Нет, надо было тебе... Не, не хочу. Вообще не хочу. Мне тут хорошо. Смотри, вот тут вот пулемет мертвый лежит. Вот коробочки можно раздолбать. Вот еще один пулемет теперь мертвый лежит. Вот видишь, как хорошо. А в Freedom Planet пойдешь, там боль, печаль, унижение, злые боссы. Нахрен. Не, не, мне тут хорошо. Это точно замечательно. Нет, за милу ты получишь массу новых эмоций. Да, мне закат хватило. Итак, кстати, как это тени не было, тут есть тени. А второй портал ты проходил, да, с кем-то уже? Так, значит, это вариант выбрасывать места. Воу! Вот это акробатика сейчас была. Это сейчас выглядело клёво. Ты посмотри сейчас, как он полетит. Песики. Стрим через стрим. Да ты вообще издеваешься надо мной сейчас. Зацепился еще там, в стиме меня смотрит. Блин. Че? Стоп! Так я ничего ладно, не понял. Пока. Ладно! Ладно! Зомбак самоубийца! Что? Постволка! Нет! Зачем я? Нет, ты сам себя подорвал. Очень тупо. Очень тупая смерть. Это надо... Можешь поймать. Это знаешь, надо я ловить. Выхожу такой из двери, в меня плюет плевалка. При этом я так пытался увернуться, но очень плохо. В итоге вышло еще хуже. Да. В итоге вышло еще хуже. Не то, чтобы еще хуже, оно примерно так и было. Нет, ну... Блин, не туда. Нет, все правильно, туда. Нет, не в меня! Вон на гранату есть. Гранату ешь! А-а-а! Windows Update глюкнул, как мило. Есть! Они булькаются, потом где-то там через подводный туннель выплывают, телепортируются обратно наверх. Уи! Вот, кстати, прикол. В PlayStation-овской версии халфы... Кстати, а чё у меня как... Здоровья-то мало, я же две аптечки только что сожрал. Чё за безобразие? Эй, ребят, ну какого хрена? Я только полечился, серьезно? Вы угораете? Так, ты... Что? Нифига себе, то есть что? Это же так работает? Чё произошло? Почему? Хаундай бабахнул и сам себя убил. Почему я... Я не понял, почему, но он умер. Как это произошло? Почему? Какого хрена? И тот вылет, ты серьезно? Эй!
херня? Ну, ёпарасоте. Ну, ну уж, Цурс, ну ты-то, блядь, не подводи меня. Подводит игра. Да вообще капец. Слышь, Цурс, ты попух, чё ли? Опять ты громкий. Да, мы съем. Ревенч! Это было один. I promise you! Ревенч! И сдох от каши. Шед подавился слюнями, пока свою супер речь рассказывал. Я особо не интересовался никогда. Это так неправильно выглядит. Ну, я, пожалуй, пойду. Да. Им тут без меня, по-моему, хорошо. Чущие пенисы. Я не знаю, зачем они здесь. Вот просто такое ощущение, что три великана с той стороны делают Glory Hole. Что это? Зачем это? Почему? Как это? Для чего? Пойду-ка я... Ёб твою мать, Стив! Игра! Игра, ты что делаешь? Эй! Ёб! Только не гусь, она опять. Я перезапущу, пожалуй. Что-то вообще новое происходит. Я не знаю, игра происходит. Я перезапущу, пожалуй. Звук такой еще. Такой шлеп смачный. Пойдем. Камера, нажав на кнопку, смачный момент. Не, я пытаюсь осознать, что это значит. И это пытаюсь связать как-то. И у меня не получается. Блин, сука, я забыл просто, что тут они долго останавливаются. В оригинале Half-Life нажимаешь на кнопку, они почти сразу останавливаются. Здесь они еще долго по инерции крутятся. Эти бочки меня так веселят, ребят. Сейчас. Я дядьку успокою. Смотри, вот это. Это идти ненадолго надо. Надеюсь, успеет к этому моменту. Чё это? Она бы хоть взорвалась, я не знаю. В оригинале, кстати, они взрывают. Я на что-то... Всегда хотел, чтобы в RPG можно было выбрать пол боевой вертолет. Да, это было бы эпично. Я подскользнулся. Ладно. Привет. Реактивный снаряд. Какой еще ракетный? Я только что это сказал. Да, блин. Так, видимо, не стоило делать. Эй, серьезно? Именно здесь чекпоинт? Класс! Лучший чекпоинт в мире. Супер. Всегда так делай чекпоинты. Вообще отлично, мне очень нравится. Спасибо. 17 загрузок, блин. Норм. Спасибо, игра. Пес. Так, Джокер спрашивает про озвучки и жены, а английская или японская? В SH-ной эре все-таки мне нравятся там голоса. Да, диалоги говно, но мне голоса больше нравятся. А дальше японская. Ничего, вы нормально приземлились, да? Ничего, что вертолет вам на голову упал? Это нормально для вас? Это всплывало, да, и Меф про это говорил. Ну, Меф про это говорил неоднократно, он вообще фанат 2006-го. Он все про него да, знает. Да, он ярый фанат поэтому... 6-го. А с Мефом я, в общем... Знает все, но играть не умеет. Ладно! Что? Я нашел блак. Еще один ну, кадр. В общем, тут солдат вбрасывал взрыв пакет, он должен был взорваться. Это типа по трубе прошел взрыв. Я подползаю, взрыв пакет остался на месте. Норм. Вообще в этой игре происходит в плане сюжета. В плане сюжета, ну, проводился эксперимент научный. По влиянию на какой-то там энергетический кристалл, каких-то там переменных токов или типа того. Построили здоровенную барокамеру, засунули туда этот кристалл, а кристалл такой: «What's up, man? Давай я сейчас хряпну все». И открыл межпространственный портал в другое измерение. Оттуда поперли инопланетяне, которые сидели и ждали этого, потому что, мол, такие: «А мы сейчас придем, всех сожрем ваших людей, заберем ваших женщин и выебим ваших кошек». Вот, и Фриман такой: «Ой, блин, я, кажется, оказался в эпицентре всего этого дерьма, где-то там на базе, надо сваливать». А солдаты такие: «Ой, правительство говорит, там что-то все засекречено, надо всех убить». А пришельцы такие: «Ой, мы тут жрать хотим, типа, мы на другую планету прилетели, давайте всех убьем». Вот, и Фриман такой убегает от всего этого дерьма, пытается выжить. Но у него пока не очень хорошо получается. Вот как-то так, вкратце весь сюжет. А там Ксен. Если народ скажет, давай Ксен проходи, мучайся, то буду проходить Ксен. Эй!
Эй! Эй! Выпусти меня, хреновина! Эй! Ара! Ара! Я сейчас умру! Ладно, я буду вынужден воспользоваться грязными методами взлома, чтобы вылезти отсюда. Эй, куда ты так? Куда? Чего ты какой ноуклип бешеный, ужас просто. Нифига себе тебя затыкнула игра. Видимо, я их раньше убивал. Слышь, Пашка, дай пирожка. Да иди сюда. Да стой ты. Как я их ненавижу. Они такие шустрые, в них хрен попадешь. А ведь люди на консоли в это играют. Молодец. Всегда так делай. Ну, так на консоли автомобиль, если чего. Она сама себя подорвала, что ли? Ай, как нет. Они пронумерованы там? Сейчас докатится у тебя, и ты все увидишь. А! А, у меня не то окно опять открыто было. Мне кажется, что-то пошло не так. Ты зачем... Это что сейчас было? Зачем ты что сделал? Я должен был вот вылезти в этом телепорте, но почему-то я вылез из стены. Ну ладно. Потому что, ну, что-то пипец. Ну вот отсюда как-то постоянно, знаешь... Ты охуел?! Ты охуел! Какого чёрта? Это вообще нечестно было! Он просто меня в воздухе поймал и сбил. Нормально, да? Я вообще ничего не мог сделать, это вот подло. Слышь, Ара, ты охрен... Дай уже, я нормально окопаюсь. Спадал, демон. Шёл вон! Не даст, блин, нормально тут. Не приземлиться, не похилить. Класс, я сдох. Ложь педометр-то. Очень да, удачно я не упал. Просто по сердцам. Блин, серьезно, знаешь, вот был бы оригинальный Half-Life, я бы убил его уже, наверное, давным-давно, мы уже титры смотрели.